Здесь начали предисловие говорить. Я хочу сказать только одно, что я благодарна судьбе, что у меня есть подруга детства Лариса, о которой я уже вам рассказывала. Я много лет знаю Юлю Морозову. И именно эти люди, наверное, благодаря им я здесь. Особенно Ларисе. Она говорила, это твое, иди и посмотри. Ну и подключала для этого Юлю. Спасибо вам, мои хорошие. Кубаму я посвящаю эти строки. Здравствуйте. Пришли сюда. Опять пришли сюда. Но как же славно все получается. Приходит воскресенье, как всегда. В библиотеке все опять встречаемся. Мы созданы красивое творить. Кто словом, музыкой, а кто картинами. Но главное – чуть-чуть себя дарить. И в мыслях, и в желаниях единым. Пусть сыплет град, или мелкий дождь идет, а может, вьюга в окна завывает. Мы знаем, озарение придет, несемся в клуб, другого не бывает. Здесь всем тепло, уютно и светло. И если вдруг погаснет свет, я не замечу. В сердцах людей горит такой огонь, что, кажется, зажгутся рядом свечи. Как не любить тебя, мой клуб Амур? Здесь люди радуются встрече и смеются. Покритиковать могут друг друга, и при этом добрыми все ж остаются. И я пожелаю клубу своему расцвета маленьких, больших талантов. А зла не пожелаю никому. Ведь наша дружба ценнее бриллиантов.